Это третья, завершающая передача из цикла, посвященная Международной биеннале «Манифеста 10», которая проходила в Петербурге. Ее начало 26 июня проходило при температуре плюс 5 градусов по Цельсию. И сейчас в Одессе плюс 12. Да, продолжение работы над циклом было отложено из-за вторжения России, начала войны против моего отечества. И хотя на самой биеннале международной все участники были на моей стороне, но... Вот видеодокументация акции равенства Елены Кобылиной, когда некоторые особенно равны, а сами участники обращены взором к резиденции российских государей на протяжении 180 лет, ведь празднуют-то 250-летие Эрмитажа, Зимнего дворца. На этот раз знаменитый украинский фотохудожник Борис Михайлов, 30 лет живущий в Германии, показал лица людей, ситуацию Евромайдана. Другой экс-украинец Кабаковы соорудили домик, такой себе на подпорках, с названием «Красный вагон».
а напротив высилась замечательная, огромная, настоящая инсталляция Томаса Хиршхорна, названная «Срез, Абшляг». Не руинизация, как в Одессе, но срез, как во время Второй мировой войны или нынешней нашей. И этот срез, Абшляг, впечатляет, работает. Пришло время живописи. Николь Айзенман, неореалистки. Или цвета цветами был бы концепт Оливье Моссе. Фиолетовый цвет. Да, можно. Не забудьте указать автора. Russia is well. Russian people, I think, know what. А вот Ясумаса Маримури работал с темой сохранности коллекции Эрмитажа во время Второй мировой войны. Это концепт. Там дальше.
Суй, суй, суй. Вот. Я приехала с большим рюкзаком, туда засунула пальто. Муж приехал. А где ты пальто взяла? Дома, в гардеробной. Sometimes it causes different and I can deal with that. But what is different is this this show installation you to the it's not about dividing. Завершить показ хочется чем-то позитивным. Например, акварелями. Акварелями Марлен Дюма, на которых изображение лиц как бы плывет, смещается, и все они великие российские деятели искусства, петербуржцы и гомосексуалисты. Чайковский, Дягилев, Рудольф Нуриев. Considering the abnormal situation of a divided city, the sector under communist domination was still in rubble, but the people went about their daily business. Il n'est pas matelot. Il est tous les matelots du monde. Querelle. Après Midnight Express. А еще вспомнилось, как летом жутко спокойного 2012 года вся Одесса была обклеена афишами Одесского кинофестиваля, на которых была работа Александра Ройтбурда. Сегодня самого известного одесско-украинского художника, его любимый фильм «Амаркорд» Феллини. Мой же именно сейчас и даже актуальный Вернера Херцога, в котором Клаус Кинский, аки конкистадор в латах через Анды Перся, как и мы нынче.